Республиканский проект замены бумажных проездных билетов электронными добрался и до пригородных маршрутов. Пластиковыми картами проезд теперь будут оплачивать жители Заволжья. Каждый час со станции Привокзальная в Сосновку отправляется автобус номер 204. С 1 марта 2013 года бумажные проездные заменят пластиковые карты. Купить такую карту нельзя. Ее будут бесплатно выдавать жителям, прописанным в Заволжье. Каждая карта именная. На ней размещается фото владельца и его данные. Номинал карты – 1000 рублей. Одна поездка по карте стоит 20, что в 5 раз меньше обычной стоимости проезда. Разница будет оплачиваться из городского бюджета. Пополнять транспортную карту можно в терминалах, которые расположены на конечной 204 маршрута, это автостанция Привокзальная, и конечной Сосновке в хозяйственном магазине. Там будут установлены терминалы, и в конце месяца с 20 по 5 число каждый должен пополнить транспортную карту еще 50 поездками. Поездки, которые не использованы, остались, они автоматически списываются. Проездной за 1000 рублей, по словам пассажиров, намного выгоднее. Сейчас проезд из Сосновки в центр и обратно без проездного стоит почти 200 рублей. Это при том, что Заволжье – район столицы. В Заволжском территориальном управлении для обмена изготовлено более 1500 карт. Примерно 400 жителей уже меняли свои старые проездные на новые пластиковые карты.